Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 19 августа 2024 года, понедельник, и мы начинаем очередную информационную неделю. Сегодня уже вышли программы «Обратный отсчет» и «По скриптум», почти 25 минут глубокой аналитики и самых последних новостей. Ссылки на «Обратный отсчет» и «По скриптум» в описании к этому видео. И вот основные темы этих программ. В своем видеообращении президент Украины Зеленский назвал целью атаки на Курскую область создание буферной зоны. А утром 19 августа Z-военкоры заявили об уничтожении третьего и последнего моста через реку Сейм в Кореневском районе Курской области. Путин прибыл в Баку. Ему важно показать, что главы других стран, пусть даже и постсоветских, все еще его принимают. А наблюдатели язвительно сравнивают внешность Путина, который заседал в Ново-Огарево, с тем, кто прилетел в Азербайджан, намекая, что Алиеву подсунули не настоящего Путина. Премьер-министр Индии Моди посетит Польшу и Украину 23 августа, а премьер-министр Китая Ли Цян посетит Россию и Беларусь на этой неделе. А Лукашенко блеет о том, что пора заканчивать войну и на всякий случай грозится, что Москва может ударить ядерным оружием. Рашистская пропаганда в последние дни раскручивала новости, которые по замыслу Кремля должны были омрачить отношения Берлина и Киева, но ничего подобного пока не произошло. Хамас отклонил обновленное предложение США о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников в секторе Газа. Но Байден уверен, что договориться все еще возможно. Смотрите в программе «По скриптум». Республиканцы уже в открытую предупреждают своего кандидата Трампа. Если ты не изменишься в ближайшее время, то можешь проиграть. Сегодня в Чикаго стартует съезд Демократической партии США. Во вторник вечером ожидается выступление одной из самых популярных женщин США – Мишель Обамы. Знаете, как это ни странно, но я достаточно часто получаю один и тот же вопрос. Как же все-таки подписаться на Patreon? И что это вообще такое? Итак, вы переходите по ссылке в описании и попадаете на сайт Patreon. Например, вы хотите смотреть все программы «Обратный отсчет» и две программы «По скриптум» в неделю. Тогда переходите по ссылке программы «По скриптум» вот здесь в описании. Дальше просто следуйте инструкции, буквально там три шага. Вам нужно зарегистрировать свою почту и, собственно, оплатить по карте $7. Все. Это все. И вы целый месяц смотрите не только самые свежие и актуальные новости и аналитику, а это минимум 22 программы. Вы еще и получаете доступ ко всем программам на Патреоне, которые вышли до этого, до сегодняшнего дня. Так что жду вас на Патреоне. Счастливо!